Ко дню Ленинградской области откроется обновленная спортивная школа в Сланцах. Здание, построенное в 70-х годах прошлого века, не ремонтировалось десятилетиями и находилось в плачевном состоянии. В марте прошлого года школу закрыли на ремонт. Больше года спортсмены, это больше 1000 человек, оставались без площадки для тренировок. Теперь здесь появятся современные залы легкой атлетики, аэробики и гимнастики, шахматный зал. Здесь были просто желтые стены, все было вот это старенькое, изношенное. Теперь нам купили новый помост профессиональный для спортивной аэробики. Там мы обновили второй помост. Здесь акробатическая дорожка будет 18 метров длиной с зоной приземления, новый батут. И вообще зал у нас будет великолепный. Последние приготовления перед открытием и возле школы на стадионе. Здесь заменили трибуны, над ними установили козырек, на поле оборудовали беговые дорожки. К слову, стадион «Шахтер» и станет главной площадкой празднования дня рождения Ленобласти.